Здравствуйте. Добрый вечер. А я вас знаю. Очень рад вас встретить на просторах. Ну, я вас, к сожалению, не знаю, как к вам можно обращаться. Мы тезки. А, Сергей, ясно. Я одесситцы, живу в Германии, но давно. Ясно. Ну, как там добрая Германия? Сейчас наблюдаем круги на воде. У нас камеры тут пофестивалили недельку прошлую. Да-да, вот. Наслышно. Понятно, я не ожидал, что они сразу там добьются своих каких-то результатов, но круги на воде пошли, вот, по крайней мере, первый большой круг, что Бундестаг хотя бы ракеты не одобрил. Ну да-да, надо заканчивать с этой кашей. Все эти мри, что Россия развалится и, по-моему, уже не выдерживает никакой критики и дальше продолжать бессмысленно все это. Да, и с Украиной надо что-то решать, прекращать все эти. И Европе надо браться за ум, заниматься собой, не пытаться протолкнуть свои интересы неизвестно где. И вообще, есть ли они там интересы истинной Европы или только интересы элит. Ну, никто не видит согласованного концепта вектора направления в будущее. То есть каждый тянет какое-то свое. То есть у России свои представления, у Европы свои наивные представления, как эта бодяга должна закончиться. Ну, Украина промежду всех. Согласен. Ну, я считаю, что две страны более-менее уверенно держат вектор. Это Китай и Россия. Да. Причем они друг другу даже не перечат. Они как бы идут параллельно, и их вектор устраивает. К ним уже начинают все пристраиваться. Америка пытается что-то сделать и пытается навязать свое, скажем, видение мира Европы, но она уже начала его действовать вообще за счет Европы, а европейцам это не нравится. У европейцев очень много вопросов. У европейцев на сегодняшний день отсутствует собственное мнение. Вот это вот проблема. Вот это первый вопрос. Чьи национальные интересы защищает правительство самой? Зачем нам Евросоюз, если нам от него только хуже? Ну, две чашки сразу убежали. Если строить математическую модель, то здесь лебедь, рак и щука, и у каждого лебедя есть своя лебедь, рак и щука. Да. То есть, если раньше были хотя бы защита национальных интересов, то сейчас что такое европейские ценности, никто даже понять не может. И кому они нужны. Не, ну это громкое слово. То есть это, кстати, ориентир, который никто не может описать и понять, но все им пользуются. Ну да, лакмусовая бумажка, это морковка для осла. Ну, морковка для осла, согласен, окей. Ну что, украинцы кричат, что они защищают какие-то Европы. Кто их просил защищать? Нахрен они? От кого? Зачем вообще защищать? То есть много вопросов возникает у простых людей. Если эта защита так дорого обходится, может, скорее бы войне надо в плен сдаться. Возникают уже и такие мысли. Да, чтобы нас покормили наконец-то. Да, чтобы нас хоть нормально покормили. По расписанию чаек приносят, по расписанию. Да. Спишь, часто работаешь. Да. Спокойно работаешь, спокойно кормят, и нервы не мотает. Так что вопросов более чем достаточно. Да, вопросов масса, это точно. Согласен. И никто не дает ответа и сказать, что... И причем всем с наглой рожей пугает, если вы нас не будете терпеть, то завтра будет хуже. Никто не говорит, что завтра будет лучше. Все говорят, вот завтра может быть еще хуже, поэтому терпите. Дурацкая позиция. Это классический метод со времен Иисуса или даже до него еще использовался. Да, согласен. И он работает. Ну, но недолго, да. А потом завтра придумываем, что будет послезавтра. Вопросов нет. Все нормально. Ну, тоже терпение-то оно не безгранично. Ясно. Ну, ладно. О глобальном. Знаете, я раз уже вас схватил, то я немножко вас помучаю. Да? У вас есть какое-то представление о будущей формации развития человечества? Конечно. То есть, о плане экономики. Конечно.
Ну, во-первых, экономика завязана, она взаимосвязана со всеми. Нужно она впитывает в себя все. Экономика – это сплетение химии, физики, математики, биологии. Во главе стоит человек, вокруг него хозяйство. Насколько он эффективно ведет хозяйство, настолько хозяйство не просто хозяйство. Хозяйство еще и не должно наносить экологический вред природе. Оно должно быть туда вписано. И ни в коем случае нельзя. Вот здесь нагадил, туда побежал. Здесь отравил, туда побежал. Потому что планету мы освоили. Ни на какой Марс нас никто пускать не будет. Да мы и сами там сдохнем неплохо. Да, фантастика, фантастика. Но жизнь настолько реальная, что ожидать там какую-то жизнь. Так что нам приходится обходиться своей планетой. Для того, чтобы мы вошли в гармонию с природой, во-первых, численность. Численность действительно мы дошли до 8 миллиардов. Когда мы осваивали планету, это одно. Но теперь планета освоена, и размножаться, плодиться нет никакого смысла. Поэтому 2 равно 2. Китайцы уже давно это поняли, но у них семья, один ребенок, они допустили большую ошибку. Они захотели очень много мальчиков. Они наделали мальчиков, девочки стали дефицитом. Они начали пытаться исправить эту ошибку. Сейчас вот, допустим, на иностранке, если ты женился на иностранке, то на тебя вот одна семья, один ребенок уже не распространялся, чтобы, ну, девочками хоть как-то разбавить. То есть они своевременно не отрегулировали баланс между мужским и женским. У них сейчас самая фишка – это когда завести любовницу. То есть автомобиль – фигня. Там дом – фигня, деньги – фигня. Вот если у тебя есть любовница, тогда ты действительно, потому что ты уже обладаешь двумя женщинами. Потому что у них даже одна женщина – дефицит. Но это азиатский концепт. Мне Да, кажется, да. славянского оно не очень подходит. То есть там. Да, если мы берем Восток, он тоже приехал со своим многоженством. Многоженство автоматически рождает многодетность. А где на всех найти? Причем с одной стороны у них сидит многоженец, а с другой стороны очень развит гомосексуализм. Правда, он скрывается там, потому что на все, вплоть до голой женщины, табу. То есть это находится за, скажем, общественным этим. Но дело в том, что там они развиваются от того, что они не могут найти Колым и не могут купить себе женщину. Архаик. В результате они вот живут, и мальчик с мальчиком. Это боязнь ответственности о содержании семьи. Поэтому они бегут в Европу, бросают свои, потому что там им ничего не светит. Там другое, и поэтому вот миграция происходит. То есть 2 равно 2. Один гражданин, один ребенок. Это концепция, которая выдерживает. Дальше просто. У нас сырья достаточно. Вполне. Просто мы неправильно делаем помойки. Любая помойка – это потенциальное сырье. Какой смысл добывать еще сырье, если у нас это лежит? Нет, там ROI коэффициент большой. То есть, если вытаскивать из помойки полезные ништяки, это дороговато пока получается. А, это дороговато, это отсутствие технологий заинтересованности. Ну да. Сделайте налоговые фокусы, обложите налогом. Вот ты спилил 3 рубля налог, переработал ни копейки. То есть это экономическими рычагами элементарно я сделаю так, что в природу будет очень дорого, а помойку добывать недорого. Почему? Потому что природа, вот этот НДС, знаете, да, налог на добавленную стоимость, он на что играет? Он сильно ударяет по ресурсам. Вот стоит дерево, да? Оно, ты его спилил, ты заплатил лесорубу, но за дерево-то ты не платил. Оно Да. само росло. И когда ты его начинаешь продавать, этот НДС начинает аж 40% давить на любую твою цену, потому что тебе выделять нечего. Вот. А когда ты имеешь в виду с помойкой, то кто-то сложил помойку, кто-то. Там очень много живого труда, который становится, скажем, затратами. Соответственно, доходная часть начинает падать до такой степени, что тебе ничего не надо платить. И я здесь говорю про физическую экономику, то есть energy return on energy invest, да, то есть то, что если вы хотите из мусора что-то вытащить, вы должны затратить, там, скажем, 2 раза больше энергии, чтобы вытащить единицу энергии назад. А какая вам разница, сколько вы затратите энергии, если у вас энергия, ну, гипотетически, бесплатно?
У вас есть физическая энергия, это ваша. Вы можете ее заменить машинной энергией. Это либо электричество, либо газ. То есть ни один вид энергии не исчезает, а превращается в другой вид энергии. Вы свою умственную энергию пускаете на создание механизма, который вместо вас, используя, ну скажем, газовую или электрическую, делает вашу работу. Механизм – это тоже энергия, это тоже затраты. Чтобы создать механизм, нужна инфраструктура. Согласен, согласен. Но почему вы решили, что если вы берете из природы, там не надо затрат, а если из помойки надо затраты? Природа – это и есть помойка. Нет, тут немножко получается игра слов в постановке вопроса. То есть, если мы хотим просто уничтожить мусор и вытащить хоть какой-то ништяк, то там на энергию должно нет, быть… Нет, нет, мы хотим полностью переработать мусор. До полного, скажем, ну, короче, вот у нас есть сырье, товар, продукт, утиль. А вот утиль, сырье, вот этого у нас нет. Если мы замкнем кольцо, утиль, сырье, нам ничего не надо. Ну, вы сейчас выдерните любого гарвардского выпускника по экономике, он вас сразу же спросит про экономическую эффективность. И вот тут попадало вас. Нет, эффективность – это разница между затратами и выручкой. Вот я сделаю мусор, так, что это будет... Хорошо. Вы считаете, что эффективно везти уголь с Марса? Давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Откуда взялся уголь на Земле? Исторически сложилось. Спасибо мамонтам и древним лесам. Ничего подобного. Спасибо пожарам. Был пожар. Залег уголь. Его накрыло землей. Он закаменел, превратился в каменный уголь. Но от этого деревья не перестали расти. И пожары не перестали быть. Вы каменный уголь можете заменить древесным. Вы можете за место природы создавать тот же самый уголь. Тогда вам угля не понадобится. А уголь у вас кончится не раньше, чем перестанут расти деревья. По килоджоулям как-то уран веселее смотрится. Ну, это себе уже другой вопрос. Да. Вас при угле никто... Я просто говорю, с газом у вас то же самое происходит. И с ураном то же самое происходит. Халилуя, у России, слава богу, этого всего хватает. Да у нас мы даже гидроресурсы. У нас из гидроресурсов только одна река – Волга. Ни да. Обь, ни Енисей, ни там другие реки, они так энергоносителями гидросистемы не перегорожены, как Волга. И Волги хватает. А если добавить, я не считаю, что это вот эти зеленые придурки решили все зеленым сделать. Сделайте, ребят, сделайте. Только учтите, ветерок, он не просто так дует. Ветерок – это, между прочим, мировой кондиционер, который горячий воздух поднимает вверх. Да. А если вы поставили вертушки, он не будет поднимать. И что у вас начнется? Ну, когда-нибудь носом мы еще стукнемся об этом хорошо. И хорошо стукаемся. Да. Всем было хорошо смеяться, что черви вылазят. Над Путиным. Одна проблема. Чернозем создает только червяк. Где нет червяка, там нет чернозема. Ну, тоже верно, да. И пока, если у вас полез червяк, вы почву, которую можете использовать под чернозем, запускаете под какую-то вышку, которая там что-то трясет, и вас достаточно много, и вас всех надо кормить. Вот. Там действительно это проблема, и сложная проблема. То там очень много сложных проблем, о которых вы считаете, что бесплатно. Нет в этом мире ничего бесплатного. Ничего бесплатного нет. За все надо платить. Вопрос в цене и соотношение цен. Так что говорить, вот это выгодно, это не, это сегодня выгодно. А завтра может быть все по-другому. Вот это выгодно, а вот это не выгодно. Там только определенные люди на этом хорошо зарабатывают. На зеленой всей этой повестке это только для них. И даже не на ней, а на ее популяризации. Ну, плюс, ну да, на весь бизнес завязан, да. Реклама, двигатель торговли, да. Я бы хотел, вы знаете, вот такой вот действительно глобальный вопрос. То есть вот... Вообще-то говоря, вот в моих глазах вся вот эта вот современная экономическая модель, она не имеет будущего, да, то есть мы имеем, в принципе, такую ростовщическую модель, жрем в три горла,
капиталистическая система, то есть математически это просто сумма, 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 сумма. И спирали, спирали, спирали с регулярным протыканием пузырей. То есть вы видите какую-то будущую формацию, вот, ну, скажем, была в советское время просто удивительная двухконтурная система. Я, кстати, до сих пор так и не нашел. Тот самый известный Арсений Зверев, он как бы был шефом всей этой системы, но кто придумал два контура, знаете или можете мне рассказать? Нет? Ну, с этим я, скажем, с двухконтурной системой не знаком. Я говорю, я вижу три кольца – экономическое, демографическое и экологическое. Замкните три кольца, вы войдете в гармонию. И все в мире заканчивается там, где начинается. Это закон ограниченной бесконечности. Все явления ограничены в объеме, бесконечны в своей динамике. Даже ваша социальная система, она замыкается. Народ боится мента, мент боится депутата. Депутат боится президента, а президент боится народа. Кольцо замкнуто. Пока это все гармонично, все будет нормально. Стоит разорвать кольцо, у вас будет социальный взрыв. То же самое. Мышь боится кота, кот боится собаку, собака боится слона, слон боится мышь. И вся концепция называется капитализм. Ну, капитализм – это форма государственного устройства, где наемный труд не регулировался государством. То есть, они отошли от феодализма. То есть, можешь идти куда хочешь. Но когда ты нанялся, все зависит от того, как ты договорился и как отсудишься. А социализм – это когда государство сказало, вот это эксплуатация, а вот это использование. Вот 8 часов можешь использовать. А если ты заставил его работать 12, ты эксплуататор, мы тебя накажем. Он работает 11 месяцев, а 12 он должен отдыхать. Если ты ему не дашь отдыхать, ты эксплуататор. Если больничный эксплуататор и первый в мире экзот, почему Россия была первым? Потому что она создала кодекс законов о труде. И его копировал весь мир. Третий Рейх его копировал. У них тоже был, скажем, трудовой фронт. У них тоже была манима. Просто они национал-социализм сделали, а мы интернационал. Вся разница. Так что капитализм – это эксплуатация. А социализм – там не может быть эксплуатации. Трик дьявола заключается в том, что он позволил думать людям, что его не существует. Точно так же 8 часов формально объявлены, но мы добровольно готовы работать сейчас и 12. Да, пожалуйста, только платить за это. Вот а мы так... И любая возможность срубить больше, мы сразу бежим в суд, а нам не доплатили. Так вот это и получается. Что получается? Ну, вообще-то говоря, мы сейчас реально можем работать больше с удовольствием и сами добровольно. Да, пожалуйста, никто не спорит, но есть минимальная оплата труда при этом. Да, понятное дело. Есть двойная оплата труда. Вопрос уже не в деньгах, а вопрос в том, что мы сами хотим вот реально там побольше. Мы сами рождаемся, сами взрослеем, сами становимся наемными и потом сами становимся работодателями. Все это один и тот же человек, просто в любую другую фазу. И в конце он становится стариком. Это один и тот же человек. И все проходят один и тот же цикл. Вопрос... Чтобы поколение Сергей друг Викторович, с другом вас приятно не слушать. Произошла, все должны понимать, что вот ребенку надо помогать, наемного нельзя эксплуатировать, работодатель должен нести социальную ответственность, и старик должен. Мы живем в том мире, который сами создали. И этот концепт, он реально способен просуществовать достаточно на долгом горизонте? Вечно. Всякий раз, когда мы пытаемся отойти от этого концепта, природа преподносит нам подарок, и империи сыпятся в прах. Во-во-во, империя сыпется. И мы опять начинаем всю ту же самую. Да, историю. Но мы строим более новую империю, с более. Ну, это Христос же сказал, вот вышел сеятель сеять. Но одно зерно упало при дороге, налетели птицы и склевались его. Второе упало... возле, но земля быстро взошло, но как пошли, паливали. Третье тоже быстро взошло, но не имело. А вот четвертое упало в добрую землю.
и выросло в гигантский плод, и меньше зерна горчицового дало плод в 300, так и Царствие Небесное. Все пойдут по одному пути, но не все дойдут до него. Многие народы пытаются, все народы пытаются идти в одном и том же, доживают пока вот Россия и Китай, Америка что-то там пытается сделать, но в Европе не больно получается. А все идут по одному и тому же пути. Обидно. Чего обид, в следующей жизни все будет нормально, чего переживаете? Да, сэ-ля-ви. Успокойтесь, все будет хорошо. В следующей жизни будете доделывать то, что здесь не доделали. Приземлимся все. Не, ну, понятно. Что... Философически. Да, а что? Мы все умрем, это здорово. Поэтому и говорят, смерть – это избавление от всех. Все, мук. Так, давайте я вам еще последний, чтобы я вас тоже не сильно замучил. То есть по деньгам. Что я хотел? Да, ну, всем известно, да, как есть 5 определений денег, ну, возьмем 3, там, да, средства накопления, обмена, стоимости, да. Потребление, вот меня... обращение, ну-ну. Да, большой вопрос, а нахрена нам накопление надо? Вы можете это обосновать? Вы, конечно, вообще, конечно. Прагматично. Когда вы станете деньги. Стареньким... Про ресурс, я про деньги. Ну, я вам про деньги. Когда вы станете стареньким, вы не сможете зарабатывать деньги. Но вам все равно потребуется мясо, молоко, хлеб. Вы можете копить в молоке, но оно прокиснет. Можете в хлебе, он зачерствеет. Можете в мясе, оно протухнет. А можете в деньгах. Они не зачерствеют, не протухнут. Вы можете пойти спокойно и купить. Вы копите как бы часть своего труда, который могли потратить в молодости. Ну хорошо, а эти деньги, которые я накоплю, они будут просто лежать у меня в сундуке мертвым они грузом. Они никогда не лежат. Как только деньги встали, они умирают тут же. Вот я о чем и говорю. Деньги я... любят оборот. Вот, и вы живы потому, что участвуете в общехозяйственном обороте. Вот лошади не нужны деньги, потому что они участвуют в общехозяйственном обороте людей. Свинье не нужны деньги. Потому что, а люди, они, во-первых, придумали товарные отношения, обмен товарами, обмен результатами своего труда, и для этого им понадобились деньги. Вам будет очень сложно зайти в магазин, положить две рыбины и сказать, а дайте мне водки, а сколько водки за две рыбины? Так, чтобы напиться. Не, погоди, у тебя только голова, это значит, только похмелиться. Ну, так, чтобы похмелиться. Да, поэтому говорят, первое – это мера стоимости. То есть мы определяем цену на любой товар, определяем ее в деньгах, и нам легче менять один товар на другой. Подъехали. Ну да, мы приходим к бартеру, но это когда все крякнуло. Вот тогда мы приходим. А когда финансовая система стабильна, тебе не приходится подъехать, открутить гайку от джипа, положить продавщицу. Вот она стоит 300 рублей, дай мне бутылку. Ты достаешь из кармана эквивалент твоего труда, она тебе дает эквивалент товара, где, кстати, ее труд тоже заложен. Вы обменялись, деньги, товар. Вот все равно, скирдование денег, я считаю, не... вы понимаете, здесь игра слов. То есть, вам и говорят, как вы не копите, инфляция все сожрет. То, что вы рассказали, это, по сути, резервирование на какой-то проект. На проект пенсия, на проект атомный реактор. Вот да, да, есть вещи, которые сразу не построишь, они деньги. Требуют накопления. Которые не работают, я считаю, нонсенсом. Но, тем не менее, мы этим занимаемся. То есть, они просто вот лежат у многих, да, есть миллиардеры, у которых деньги лежат, вы говорите, они должны миллиардер работать. Миллиардер – человек, у которого нет денег, запомните это раз и навсегда. Это виртуальная оценка это его. Да, это оценка его имущества. Денег да. У него сроду нет. У миллиардера нет. Вы оцениваете, а денег у них нету. Но даже тот кэш, который у него в сейфе там болтается, пусть там миллион будет. У него не будет кэш болтаться, он не дурак. Да ладно. Ну, у него всегда есть что на чем поменять. Оптимистично думаете о миллиардерах. Да, у него, если болтается там какая-нибудь картина Пикассо, бриллианты, близко не дома, где-нибудь в швейцарском банке, они тоже соображают. У них кэш не больше, чем на карточке. То есть моя идея, что резервирование и накапливание немножко разные вещи в понимании. Ну, можно и так сказать.
одно дело, а просто накопление. Ну, скажем так, есть целевое накопление, есть нецелевое. Вот целевое, Целевое есть оно ежедневно. разумно, а вот как скупой рыцарь. Вот он накопил, и чего, и куда он в гроб не положит. Вот именно. Вот я об этом и говорю. Поэтому говорят, в гробу По карманов сути, нет. накопление денег, который ни Адам Смит, ни Кейнси, никто никак Ну толком да. не сумел обосновать, объяснить. То есть мы вот Накопление взяли денег бывает целевым. Есть цель, и денег не хватает, надо накопить. Вот это накопление. да, это еще А один скупердяйство это, этот прагматичный. Гобсек известен еще со своими копейками. И пример этого Гобсека уже, и он не один, таких примеров много. В гробу карманов нет, все. Правильно. Дети наше будущее. Да. В них лучше вложить. Вот именно. Так что так. Окей. Спасибо большое. Вам спасибо за беседу. Удачи, здоровья, Просто всего самого лучшего. вам удачи, хорошего вечера.